И всем привет-привет! Сегодня с вами Даша, и вы на канале Family Play TV. Подпишись скорей на Family Play, и сегодня поиграем в карту Roblox «Побег со строительной площадки». И вот она перед вашими и моими глазами. Смотрите, это строительная площадка. Хочешь ее посмотреть? Конечно же, я хочу посмотреть строительную. Когда тебе придется пройти пару уровней? Да без проблем. Я пройду все. И кстати, ребятки, напишите в комментарии, хотели бы вы, чтобы вы попали на строительную площадку. Смотрите, тут какие большие молотки. Ну это же круто, с одной стороны. А с другой стороны не очень. Ну ладно, хорошо. Я по ним когда попрыгаю. Это, по-моему, асфальт делают. Помоги мне. Не хочу. Да ладно. Посмотрю площадку, чтобы не потеряться. Потом приду к тебе, помогу. Обещаю. Итак, давайте по лестнице заберемся. Смотрите, какой вид красивенный. Ну, не вот этот, а вот этот. Давайте аккуратней. Оказывается, вот как строят школы, дома, садики, разные здания. Вот так вот это на строительной площадке все и происходит. А Даша что-то даже не может через вот такие штуки. Напиши в комментарии, как это называется. Я, как всегда, забыла. Потому что я все не могу запомнить на свете. Да-да-да. Вообще просто класс. Вот именно я всегда на этом месте. Вы понимаете? Прямо на этом месте. Итак, я теперь на другом решила, но у меня не получилось. Такс. О, тут можно просто упасть. Вот как они сделали. Да я им сейчас... Так. И так. Вот, все. Как так, вы видели? Может быть, я не заметила, как всегда. Я, как всегда, иногда бывает и не замечаю. Поэтому напишите. Вот это я уже заметила. Вот. О, смотрите. Ноги держит тело, а голова просто улетела. Это, по-моему, третий уровень, самый низичный. Да-да-да. Как так? Вот это да. Вот это поворот. Что ж, ребятки, скрестите, когда пальчики... У меня, видите, не получается. Ты скрестил? Хорошо. Тогда начнем. Как? Кажется, кто-то не скрестил. Обязательно скрестите. Если не скрестите, то я никогда этот уровень не пройду. Вот, видите, все скрестили. Какие вы молодцы, мы дошли до четвертого уровня. Это, наверное, самый легкий. Да, смотрите, какой просто изичный. Итак, мы лезем по лестнице. Помоги. Давай, помогу. Не получается. Ладно, пойду я. Тут, получается, по этим штукам надо лезть. Я буду называть это трубы. Вот эта труба. Вот это настоящая труба. О, вы видели?
Осталось совсем миллиметрик, чтобы я упала. Как же нам повезло! А напишите в комментариях, реально ли нам все-таки повезло? Или нет? Или не повезло? Мне кажется, то, что нам повезло, потому что вообще вот просто миллиметрик остался. А, все, я думала, он ноги. А, круто. Только почему мы проваливаемся? Почему? О, смотрите, там кто-то крутится. Видите? Но только он что-то подзаедает. Не надо в эти дырки. Как всегда. Итак, главное быстро. Вот просто. Главное, не в дырку, не в дырку, не в дырку. Это как-то сложно, видите, тут дырки, они специально сделали. Ну, ладно, может быть, и не специально. Но, а что это вообще за штука? Ну, вот эти, это скрепки? Ну, это не канцелярия, это уже точно. Итак, мы на 8 уровне. И, ну, это, ну, не очень хорошо. Ой, не очень хорошо. Это не хорошо и неплохо. Ой, это нехорошо и неплохо. Смотрите, тут тракторы, грузовики. Тракторы. А, точно. Я уже говорю и не знаю, что я именно говорю. Я такая... Ага, так, что это трактор? А, это же трактор, точно. А экскаватор? А, ну да, экскаватор. Точно. Как же я про него забыла? Итак, идем дальше. И у нас следующий чекпоинт, это 9-й. О, смотрите, это белый, чтобы... ну, там на даче, вот так. Сами поняли. Итак, пропрыгиваем первую и рассыпаемся. Итак, сейчас будем пропрыгивать первую, вторую, третью, четвертую, пятую и шестую. Как же классно. А, по-моему, это экскаватор? Ну, я точно не помню. Я машины не изучаю. О, смотрите, это такие кучи песка. Вау. Или чего там? О, смотрите, и это же винтики, шпунтики. Я точно не знаю, что винтик, что гвоздь. Гвоздь. Короче, это только мальчики разбираются. Девочки, может быть, некоторые. Но я не разбираюсь, я только знаю. Винтики и этого, как-то, гвоздики. А, стоп, это просвечивает. А что, две не просвечивают? Это не просвечивает, а это. Представляете, ребята, тут целых две, которые не просвечивают. То есть одна единственная просвечивает. О, можно любую идти. Вот, это очень странно, они сделали. Это просвечивает. Идем. О, смотрите, это уже побольше лесенка. Нам еще наверх подниматься. Ой, как мне лениво. Ну, я же сама не хожу, это моя девочка ходит. Молодец. Ты сколько уже карт пропрыгала, проходила. О, смотрите, кто-то по небу ходит. Вот это да. Так странно это выглядит, когда ты просто... А, да это нельзя... Это домик! Это чертеж. 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 Вот, чертеж. Да. Все. Все хорошо. Итак, мы лезем на вторую. Это цемент. Да, цемент? Ну, походу, да. Так, чертеж мы уже
прошли, но он был легким, но я опять, вот я именно на том же месте, потому что я этот цемент не замечаю. Давайте заметим его. Цемент. Вы видели, я перепрыгнула? Как так? Как так? Я вообще не понимаю, как. Ну вот, вроде бы, ну. И, кстати, вы когда-нибудь были на строительной площадке? Честно, я нет. Ну вот только в Роблоксе. В Роблоксе можно сделать все. О, смотрите. Красит. Или там склеивает, как это называется. Я все позабывала. Ой, здрасте. Вы такие странные. И это реально какой-то человечек. Зеленый. Это реально, по-моему, игрок какой-то. Какой-то это игрок сейчас. Так еще. Да, это игрок. Я уже вам точно сказала. Бывает, делают вот... Мы все прошли! Ю-ху! Круто! Это... Да, круто. Я возьму разноцветные. Ю-ху! Смотрите, я падаю, падаю и потом спасаюсь. Смотрите, я бег... Сейчас. Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее! Эй, 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 быстрее. Тут нет прыжка вверх. Если бы был, то бы это было круто, но так нет. Что? Что ты делаешь? А, забыли взять! Я ж всегда беру эти штуки, да! Я закончил. А что, они реально светятся? Походу нет. Ну да. О! Что вы называете это белым? Я вообще-то желтый заказала, но... Ладно. А, это просто просвечивает. О, прикольно. Ну что ж. Сейчас списаюсь. А, давайте отсюда. Не, нам не надо. Ну что ж, ребятки. Что я должна сказать? Всем пока-пока! Сегодня с вами была Даша. Вы были на канале Family Play TV. Подпишись скорей на Family Play. И всем пока-пока!